Даже если вы с первого раза не запомните, что ее зовут Юлия Топольницкая, вы наверняка запомните ее фотографии. Все мы, конечно, с удовольствием посмотрели новый жизненный клип от группы «Ленинград». Называется он «Экспонат», а не «На лабутенах нах», как думают некоторые. За месяц этот клип набрал уже 40 миллионов просмотров на ютубе, и явно на этом не собирается останавливаться. Секрет успешности этого клипа, конечно, в том, что там трогательно и жизненно, поэтому с матом, рассказывается о том, через какие тяжелые испытания приходится пройти обычной девушке, чтобы произвести впечатление на свидании. Парни такое себе вряд ли представляют полностью, поэтому всегда обижаются, если девушка приходит чуть позже, в каком-то взвинченном состоянии и хромая. Но теперь они узнали почему. И спасибо за это нужно сказать в первую очередь исполнительнице главной роли, актрисе Юлии Топольницкой. Именно она воплотила сей яркий образ настолько жизненно, что задела многих за живое. К счастью, в жизни у Юли не все так печально, как в клипе. И судя по многочисленным фотографиям, на ее страничке ВКонтакте она вполне любима, востребована и успешна как девушка и актриса. Ссылку на ее контакты я оставлю в описании, можете посмотреть. Там вы сможете убедиться, что с ней все в порядке, губа зажила, нога срослась и так далее. Также про Юлю вы сможете посмотреть в недавнем выпуске шоу «Вечерний Ургант». Еще, кстати, она в 2015 году участвовала в проекте Comedy Battle и очень себя эффективно показала в первом туре, правда, во втором уже вылетела. И еще Юля снималась в эпизодических ролях в различных российских фильмах и сериалах. Можете найти в Википедии всю ее фильмографию. Вот такая она, наша новая звезда Юлия Топольницкая. На лабутенах, нах, ю... А, ну ладно. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю много чего интересного, так что будет весело. А пока, всем пока.